Все. Кино. Прямой эфир. Нас сейчас видит все русскоязычное население. Не, я вам честно говорю, вы потом посмотрите, если вам не понравится, удалите. Удалим. Все. И это у нас по-честно. Хорошо. Ну, сначала представляетесь. Ну, я не начальник, я заместитель начальника областного управления образования. Литвин Светлана Николаевна. Как? Литвин Светлана Николаевна. Светлана Николаевна. Ну вот мы задаем один и тот же вопрос уже третий год. Я его уже наизусть выучил. Существует ли такая проблема в Николаеве детского пьянства, детской наркомании? И что делать? Такая проблема существует и не только в Николаеве, и в Николаевской области, к сожалению. Что делать? Ну, без родителей мы ничего не сделаем, как образование, потому что школа – это одно, а половина дня – вторая, не всегда занята школой. Поэтому многое зависит от того, как срабатывает общественные организации, как срабатывают родители, есть ли взаимопонимание. Потому что я хочу сказать, что сегодня не есть проблема вот, малообеспеченные семьи. Сегодня есть проблема просто наркомании, пьянства и так дальше. И занятости ребят и населения. Взаимодоверие между детками, между родителями. Не всегда родители в курсе того, где и что делают их дети. Ну, а бывает, к сожалению, другое, что у родителей и в курсе, и даже поощряют очень часто это. Что сегодня есть главной задачей и областной администрации, госадминистрации, и областного управления, и всех управлений, которые вот сегодня собираются для выезда в город Очаков для обсуждения данного вопроса. Что главное? Ну, наверное, не сколько занятость даже, а сколько вот традиций, обычаев, которые потихонечку уходят в битие. Чтобы сказать, что дети чего-то не знают, не осведомлены о последствиях, да, они все это знают. Но вот сегодня есть такой фактор, как, скажем, самое большое, а почему бы не попробовать, а почему бы не доказать, что я такой, как все, или может быть... Это вы уже отвечаете на мой последний, третий вопрос. Вот ваше мнение. Я эти три вопроса буду задавать сегодня всем. Всем 16 человекам. У нас 16 человек есть. Какая основная причина вот, детской, я подчеркиваю, детской наркомании и детского пьянства? Ваше мнение, основная причина? Самая основная причина, все-таки то, о чем я и говорила, это... Не насколько откровенные отношения между родителями и между детьми. Это непонимание. Ну и это... пожелание нашему молодому. Ну, уже не молодой, уже почти 3 годика, уже бегает такое движение. Ну, пожелание. Короткие штанишки такое же. Дай Бог, конечно, чтобы все-таки благодаря вот всем организациям, которые неравнодушны к судьбе детей, найти и выработать общие структуры. Общее мероприятие и достучаться в первую очередь не только до тех родителей, которые помнят и знают, а до всех родителей, которые имеют отношение к этому делу. Спасибо. Пожалуйста.